I'm a warrior of battle in this life, this war. Inferior men get rattled. Всем привет, это Андрей Питбуль Орловский. Прежде всего хочу поздравить Руслана с его победой над Майком Хейсом. Я, правда, бой еще не смотрел, но, я как сказал, достаточно был интересный, зрелищный, кровавый поединок. Руслан выиграл, молодец. С нетерпением ждем твоего возвращения сюда. С точки зрения спарринг-партнеров и разнообразия тяжеловесов, разнообразия всяких техник, включая техники кикбоксинга, борьбы, джиу-джитсу. Очень много, как никогда, хороший тренировочный сбор. В этот раз, конечно же, мой друг Трэвис Браун здесь, Джон Джонс, Фрэнк Мир приехал. Они из Сиэтла, местный хэвиуэйт, Коди Ист. На самом деле очень много спарринг-партнеров. Хорошие спарринги. И, как всегда, все идет по плану. Тьфу-тьфу-тьфу. И все классно. Не забывайте, конечно же, идти на orlovsky.ru, на мой твиттер, на orlovsky.com, американскую версию моего веб-сайта, на Facebook. Большое спасибо за ваши комментарии, за ваши комментарии, за ваши линки, за пожелания. Это мотивирует меня тренироваться еще сильнее и еще тяжелее. И обещаю, что покажу хорошее шоу 23 марта, выложусь на 100%. Вот, в принципе, и все. До скорых встреч. Счастливо, пока. I'm a warrior of battle in this life, this war. Inferior men get rattled, their cattle slaughter the horde. I'm Sun Tzu on the battlefield. I take by force, I run through you. I'm bad at steel.